Привет! Сегодня я буду рисовать монстров и говорить на всякие разные темы. Первая тема — это дорогие, но качественные арт-материалы и зарплата самому себе, когда ты фрилансер. Какое-то время назад я посмотрела видео от Joy Sun на тему финансов, где она показывала, сколько и на чем заработала за год, и в конце видео отвечала на вопросы. Ну и, собственно, там был вопрос, платит ли она сама себе зарплату. После просмотра этого видео я стала как-то чаще об этом задумываться. До моего переезда в Казань и необходимости платить полноценную аренду каждый месяц я, в принципе, могла спокойно покупать всякие штуки в пределах разумного. Ну а сейчас я далеко не всегда ухожу в плюс, и все лишние деньги, которые у меня остаются, я, по сути, откладываю на черный день, чтобы мне не приходилось волноваться о аренде на следующий месяц. Ну и, собственно, какая-то сумма остается нетронутой, а остальные деньги уходят на необходимые вещи, вроде бумаги для принтера, картриджей, самого принтера, рабочей бумаги, карандашей нужных цветов, аренду столов на маркете, дорогу до маркета, вот это вот все. То есть сейчас я, по сути, трачу деньги только на то, что может потенциально себя окупить. Но в то же время мне хочется пользоваться качественными материалами, которые стоят хороших денег, естественно. И получается, с одной стороны, мне хочется попробовать хорошие материалы, как-то облегчить себе жизнь, сделать работу приятнее, но с другой стороны, голос внутри шепчет, мол, ты 2 года спокойно рисовала гуашью от мастер-класса, и еще 2 года можешь. И в итоге сейчас я немного растеряна и не понимаю, как найти идеальный баланс, чтобы можно было себя и радовать периодически, но при этом не стать банкротом. Вторая тема — это мои куклы. Надеюсь, вас не очень напрягает обилие кукольных видосов. Я прекрасно понимаю, что они далеко не самые интересные на свете, учитывая, что я показываю, по сути, только процесс перерисовки, никакого там шитья, модификации и прочего. Но мне кажется, что кому-то это может быть интересно. Ну а так я просто работаю, пока есть желание. Немного печалюсь, что большинство из них сейчас лежит у меня на полке, так как изначально они все были на продажу, и я не собиралась их у себя держать. Но, с другой стороны, со времени моего так называемого камбэка в этом году у меня все-таки купили 3 куклы, и потихоньку приходят заказами, что, естественно, мне очень приятно. Как я уже говорила, у меня есть несколько образов для мальчишек, и, думаю, летом потихоньку буду ими заниматься. Ну и последняя тема на сегодня — это обсуждение моих картинок с монстрами. Те, кто за мной следит довольно давно, думаю, уже в курсе, что это далеко не первый раз, когда я их рисую. По-моему, в 2016 году я сделала небольшую серию с дамами в красивых платьях с цветами. Были еще акварельные картинки. В то же время я немножко улетела по Invisibilia и Портеру. И в 2017 году, помню, нарисовала Элизабет для открытки на мой первый фестиваль. И это, по-моему, был мой последний фанарт до этого года. Было весело вернуться к ним сейчас, когда скилл немного подрос, и я могу уделить им должное внимание и нарисовать все хорошо и красиво. Хотя тут скорее дело в том, что я стала использовать рефы, и если бы я попыталась нарисовать что-то с головы, возможно, все было бы точно так же, как в 2016-2017 году. Так что я не буду себя особо расхваливать. Но мне было весело их рисовать и приятно радовать людей. Многие писали про ностальгию и всякое такое, и в целом очень положительно отнеслись к моим картинкам, что, естественно, не может не радовать, поэтому, скорее всего, это далеко не последние арты по монстрам. Сейчас я хочу собраться с мыслями, немного отдохнуть, решить, что я хочу рисовать дальше, и потихоньку приступать за работу. Ну и лишний раз напомню про свой Patreon.
Там ребята получают доступ к видео на неделю раньше, а также могут посмотреть на эксклюзивные картинки, посты о процессе создания моих более сложных работ и даже эксклюзивные видео, которые я не буду здесь выкладывать. Как-то так. На этом, думаю, все. Надеюсь, такое разговорное видео вам понравилось. Мне далеко не всегда есть что сказать, поэтому некоторые видео выходят очень скучными, но надеюсь, они вам все равно хоть немного нравятся и как-то вдохновляют. Увидимся в следующем видео. Всем пока.
Thank you.